Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами. Талула Брокман Бэнкхед. Американская актриса театра и кино, знаменитая своим остроумием, блестящей внешностью, хриплым голосом и превосходно сыгранными ролями во многих пьесах и кинофильмах, в основном довоенных. Я цитирую Википедию. Была членом семьи Брокман Бэнкхед, известной политической семьи из штата Алабама. Ее дед и дядя были сенаторами США, а ее отец членом Конгресса на протяжении 11 сроков. Еще будучи театральной актрисой, Бэнкхед снялась в картине Альфреда Хичкока «Спасательная шлюпка» 1944 год, а также сделала короткую, но успешную карьеру на радио. Также она часто появлялась на телевидении. В жизни актриса боролась с алкоголизмом и наркоманией, выкуривала около 120 сигарет в день и была известна своей беспорядочной половой жизнью как с мужчинами, так и с женщинами. Также она открыто говорила о своих пороках. Она поддерживала детей-сирот и помогала семьям спастись от гражданской войны в Испании, Второй мировой войны. Она была введена в зал славы американского театра в 1972 году и зал славы женщин Алабамы в 1981. После смерти у Бэнкхед осталось около 300 ролей в кино, на сцене, телевидении и радио. Но так вкратце из Википедии о американской актрисе театра и кино Талула Брокман Бэнкхед. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.